гостях у звездочета представители немецкого города-побратима Виттенберга. В Могилеве они не в первый раз, а вот Рождество в нашем городе встречают впервые. Мы встретимся с ними здесь, в Печерском лесопарке, и посмотрим, понравится ли им могилевские рождественские гуляния. Как мы будем танцевать? Кто у кого? Я вас или вы меня? Да, я удивляюсь, сколько народу сюда, на этот праздник, и сколько выступающих. Это просто великолепно, да, и игры, и конкурсы, и погода вообще идеал. Я знаю, что у вас эти дни называются святки, святки. До крещения, да. Господне. Что это значит, святки? А вы знаете, что на святки все девушки любили гадать? Ага. И они могли узнать в этот вечер, когда они замуж пойдут, в этом году или нет, и узнать имя суженого. О, это... Пекли блин, и с первым блином девушка выбегала на улицу и подходила, какого парня встретила первого. Зовут его Хайнц. Значит, и Хайнц будет жених. Это конкурс «Хороша ушица наша». И на этот конкурс мы с вами сегодня и попали. Хотите попробовать нашу ухи? Обязательно. Любопытство Калядной. Большое. Пойдемте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, расскажите. Можно попробовать нам? Конечно. Что такое? Пожалуйста. Как это называется? Уха тройная. Из щуки, окуня и ерша. Спасибо. Варится щука, у нас в Германии очень хорошо огонь. Знает и любит цыляночку и пельмени. А уху еще не знали. Не пробовали? А на немецком нам скажите. Великолепно. Скажите, как вам вкусно? Es schmeckt wunderbar. Ох, как вкусно. Großartig. А я знаю, das ist fantastisch. Только. Каждый год, в Новый год, должен кто-то рассказать дедушке стишок, да. Чтобы получить подарок. Вы расскажете стишок? Либо гута Вайнасмань. Дорогой Дед Мороз, не смотри на меня так серьезно. Спрячь свою суровость от детей, и я всегда буду мирным и послушным. Вот такой у нас подарочек. Веселенький. У нас рюкзак. И самый ценный подарок из Германии – это берлинское пиво. Вот Дед Мороз сегодня. Оригинал, да. На здоровье. Какой пятый, если вы не верны, ой, не оставь меня, мать. Мы приглашаем вам гости, приглашаем на наше Рождество. Чай заварен здесь, просто угли затушили. Варенье. Варенье. По-русски варенье. Немцы любят очень конфитюр. Поэтому и любители варенья. Вы знаете, на морозе это конфитюры будут. Тем более, это свое. Потом. Спасибо! Vielen Dank! Самое яркое впечатление, отличие от нашего праздника, что почти все принимают активное участие. Что люди сами готовят, предлагают и танцуют, поют. Несмотря на погоду, и у всех очень веселое лицо, настоящий праздник. И какой-то опыт мы возьмем с собой в Германию. Гулять так с широкой душой, встречать гостей так с большим радушием. Рождество по-могилевски не оставило равнодушными гостей из немецкого Виттенберга. Уверена, мы еще не раз встретимся с ними в Могилеве.